Ну а возможен ли раскол Великобритании после Брекзита? Шотландия угрожает новым референдумом по независимости. Лондон отчитывает националистов за политические игры в непростое для королевства время. Какие аргументы использовала британский премьер, агитируя за сохранение единой страны? И кому досталось больше всего критики от Терезы Мэй? Подробнее наш сапкор в Лондоне, Светлана Чернецкая. Не Брекзитом единым развод с Евросоюзом может обернуться и разрывом с Шотландией. В то время как в Лондоне готовятся к сложнейшим переговорам в истории по выходу из ЕС, в Эдинбурге не скрывают подготовку к новому референдуму по выходу из Великобритании. Премьер Тереза Мэй в Шотландии выступила перед местными консерваторами. Вся ее речь сводится к одному. Она не допустит раскола страны. Сохранение Шотландии в составе Соединенного Королевства является ее личным приоритетом. Шотландская национальная партия сосредоточена на одной единственной вещи – независимости. Они думают, что политика – это игра, но это не так. И люди в Шотландии заслуживают власть, которая сосредоточится на их приоритетах – образовании, медицине, экономике. В адрес местных националистов премьер критики не жалела. Обвинила их в одержимости независимостью. Ведь реальных экономических оснований для ухода Шотландии из Великобритании, по мнению Мэй, не существует. Тем не менее, как только Лондон официально запустит процедуру Брекзита, Эдинбург попытается заявить о новом референдуме, уже о своей независимости. Правда, большой вопрос, согласится ли Тереза Мэй с проведением очередного голосования. Оно может состояться только с согласия правительства, а там скажут, что 3 года назад шотландцы уже высказались по этому поводу и решили остаться в составе королевства. Правда, сейчас существенно изменились условия. Великобритания выходит из Евросоюза, а Шотландия во время референдума по Брекзиту проголосовала за то, чтобы остаться в ЕС. 62% против 38%. В общем, какой бы убедительной ни была речь премьера, правительство Шотландии сформировано Шотландской национальной партией, и она так просто не отступит от намерения добиться независимости. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности. Британское бюро телеканала «Интер».